Так, друзья, мы сейчас находимся в Ливинио, в байк-парке. И здесь есть такая трасса, это трейл, флоу, трейл, роллер-костер. Здесь также есть чекпоинт 1, это трассы Tutti Frutti Epic. И, кстати, в это время где-то здесь сейчас катает Guns Ray. Возможно, даже мы его встретим. Ну, во всяком случае, в Инстаграме я видел, что он постит отсюда уже фотографии. Это будет полный спуск. Конечно же, если я не захочу по дороге в туалет. Может быть, чуть-чуть нудненько, но красиво будет точно. Чуть-чуть подкрутить. Как вы видите, еще и лежит снег. Но эта трасса уже полностью сухая. Плоские поворотики, поэтому стрёмно чуть-чуть. Такой нормальный. Очень красивый вид. Перед тем, как ехать, конечно, лучше насладиться всем этим, а то засмотришься и все. Сыпучки и плоских поворотиков, они довольно-таки стрёмные. У меня хоть сейчас новая покрышка, хорошо держит, но здесь все равно чувствуется опасность. Вот это классный хребет, дрон по нему плачет. Вот эта секция сильно нудноватая, чуть-чуть иногда, мне кажется, только виды красивые. Вот в лесу потом динамика поинтереснее. Также здесь классно катать, если руки забились, и тряски нет.
лесу тоже очень красиво, вдоль обрыва едете. Вид на озеро. Козы и бараны. Так, ребятки, так. Уступили дорогу. Все, спасибо. Ну, примерно вот такой финал. А хочу заметить, что вы спускаетесь не в самый низ в Ливинью, а на подсадочную станцию. Только это еще не рабочая. А вам надо спуститься чуть-чуть ниже. Вот туда, где кабиночки эти съезжают. И подсесть, и вы снова подниметесь туда, где были. Или же подсесть и спуститься вниз, откуда вы изначально приехали. Потому что если отсюда пытаться проехать вниз, то это такой агрофрирайд, кащи. Вот этих козочек будет по дороге много. Поэтому лучше так не планировать делать. Надеюсь, что никто не заснул. Или никого не стошнило. Нудно не было.
принципе, хотелось показать вам сам вот этот очень красивый вид. К сожалению, когда ты едешь, конечно, этим насладиться сложно, но я потом вместе с вами все это буду смотреть на видео и наслаждаться видами вокруг. Спасибо вам за просмотр и до скорых встреч!